До Нового года осталось совсем немного. Как за это время успеть стать красивой? Затратив для этого минимум усилий и средств, мы расскажем в нашей рубрике «Дешево и сердито». Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Сейчас мы вам сделаем макияж быстро и просто. Все, хорошо. Присаживайтесь. Сегодня мы покажем, как сделать универсальный макияж, который подойдет любой из нас. Для начала выделяем глаза с помощью коричнево-бежевых теней. Наносим светлые тени на внутренний уголок глаза. Прокрашиваем подвижное веко до середины. После того, как мы нанесли натуральный бежевый оттенок на серединку, мы в уголок самый наносим темный оттенок. Это может быть коричневый, да, лучше всего как бы какие-то такие оттенки коричневого, да, будут смотреться. Так как макияж в натуральных тонах. Повторить такой макияж самим несложно, испытано на себе. В завершение образа добавляем немного румян, подкрашиваем брови и губы. Красивая прическа за короткое время – это тоже реально. Сделать объемную укладку можно плойкой гофре, ей работаем у корней волос. А можно добавить объем феном. Сушим волосы против их роста. Создать локоны тоже легко. Для этого берем так называемый утюжок. Утюжки. Просто не все знают о том, что утюжками можно не только выпрямлять, но также и накручивать. Да? Нынче в моде на сегодняшний день, да, от лица, по сути. То есть мы накручиваем вот таким образом и дополнительно помогаем локону, чтобы он не раскручивался. Вот так за 20 минут можно сделать вечерний макияж и прическу. Для этого не нужно определенных умений или денежных средств. На новогодний наряд, если подойти творчески, материальных затрат тоже не потребуется. Начнем с самого простого. Очень актуальные пояса в виде вот таких канатов. Канат, жгут, скрученный, полностью витой. Толстый. Опять же, подбираете либо в тон уже имеющегося платья, либо контрастный. И концы, так как шнур продается метражом, можно украсить какими-то бубонами из меха. Обыграть платье можно и кружевным воротничком в винтажном стиле. Слои кружева накладываем друг на друга, собираем и пришиваем на бархатную тесьму. Старое платье также заиграет по-новому, если его украсить вот такой накидкой из пухового платка. Кстати, пуф в нарядах актуален. По одному краю платка прокладываем, настрачиваем на одном уровне резинку и на втором на расстоянии, ну, сантиметров 20, да, между собой. Это получаем мы горловину. На противоположной стороне платка, где-то от края сантиметров на 15, прокладываем такую же резинку. Максимум через час накидка готова. Обычная проволока и бубоны также могут стать оригинальным украшением. Проволоку закрепляем внутри шаров. Ну а дополнить новогодний образ поможет карнавальная маска. На ее изготовление уйдет 20 минут. Понадобится картон, клей, лоскутки ткани, кружево, пайетки, стразы или бусины. Заготовочку аккуратненько приклеиваем на нашу подготовленную масочку. Получается вот такая вот масочка. Сделать своеобразную маску можно и ребенку с помощью аквагрима. Сделать маску своему ребенку очень просто. Для этого достаточно иметь только гуашь и свою фантазию. Чтобы краска на лице не потрескалась, добавляем в нее каплю мыльного раствора. Его можно заменить шампунем или гелем для душа. А чтобы на лице не было аллергии, кожу предварительно смазываем кремом. Самый простой вариант новогоднего аквагрима – это снежный образ. Нужно просто, как в детстве, уметь вот такие вырезать снежиночки. Но для начала нам понадобится белая и голубая краска. Мы берем поролончик, вот так вот поработали, да, добились того, что у нас поролончик дает такую упругую, как бы вот она склеивается немножко с поверхностью, и мы начинаем подготавливать базу. Это очень, ну, интересно. Ну, придешь, например, там в школу, можно удивить кого-нибудь. При желании на все наши приготовления можно затратить максимум 1,5 часа и существенно сэкономить. Наши расчеты основаны на себестоимости и средних ценах на расходные материалы. Вот так приготовиться к Новому году можно быстро, просто и легко. Наряд, прическа, маска, макияж – на все это потребуется не больше 300 рублей.